Всем привет! Семен и Сергей снова с вами. А это значит, что вы смотрите программу «4 четверти». Школа – это то место, где мы проводим большую часть своего времени. А также получаем новые знания, заводим новых друзей и находим себе занятия по душе. Кстати, о занятиях. Сереж, а тебе какой предмет больше всего нравится? Мне больше всего нравится история и общество знания. А тебе? А я хочу поскорее начать химию изучать. Хочу стать химиком. А к чему ты задал этот вопрос о предметах? Потому что сегодня мы пойдем в гости к ребятам, которые очень любят занятия по информатике. Им нравится создавать. А впрочем, пойдем к ребятам, и они нам сами все расскажут. Здравствуйте, ребята. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Дима. Меня зовут Даша. Меня зовут Элина. Элина, а расскажи, что у тебя была за работа? Я нарисовала пожарного, который тушит лес, потому что безопасность теперь актуальна тема. Мы должны охранять нашу природу. Даша, а теперь ты расскажи, что у тебя была за работа? Я нарисовала инструкцию, как правильно переходить дорогу на светофоре. Мне кажется, что дети должны знать и соблюдать правила перехода дороги, так как оно может спасти им жизнь. Дим, теперь твоя очередь. Что у тебя было за работа? Работа на тему безопасности на дорогах, и она показывала, на какой свет нужно переходить. Ребята, а почему вам интересно рисовать с помощью компьютера? Как мне кажется, на компьютере получаются более яркие и красочные рисунки, и рисовать на нем проще. Ребят, а в каких конкурсах вы еще принимали участие? Мы принимаем активное участие в конкурсах по компьютерной графике на всероссийском и международном уровнях. Лина и Даша, научите нас что-нибудь делать? Да, конечно. Даша, а расскажи, пожалуйста, что это за программа? Это графический редактор Paint. Мы его изучаем в школе. В нем можно как нарисовать, так и раскрасить картинку. Сейчас я предлагаю вам это сделать. Ну что, у меня получается? Да, очень красиво, но в следующий раз нужно взять варианты посложнее. Большое спасибо вам, девчонки, за то, что научили нас работать в этой программе, показали нам свои работы и рассказали о конкурсе, в котором вы принимали участие. Ну а нам пора идти. До скорых встреч! Скоро 23 февраля. День защитника Отечества. Кстати, этому празднику 95 лет. Раньше он назывался Днем Красной Армии, а Днем Защитника Отечества стал с 2006 года. Как бы ни сложилась его история, для нашей страны 23 февраля считается праздником настоящих и будущих мужчин, защитников Отечества. Мы хотим поздравить наших пап, дедушек, дядей, мальчишек с этим доблестным праздником. Тем не менее, День Защитника Отечества отмечают и женщины, которые служат в военных частях, в госпиталях, в запасе. Ведь защищать Отечество – дело каждого. Теперь мы предлагаем послушать ребят. Что бы ты хотела пожелать мужчинам на 23 февраля? Чтобы они были сильными, добрыми, умными и чтобы защищали девочек. Чтобы они всегда были здоровыми, счастливыми и никогда не унывали. Чтобы они были красивые, там, мужественные и смелые. Счастья, здоровья, любви, даже не знаю. Чтобы жили долго. Кстати, а я подумал, ведь там с тобой скоро паспорт получать. Совершенно верно. Надо бы узнать, где и когда это нужно делать. А я знаю некоторых ребят, которые недавно получили паспорт. Да еще в торжественной обстановке. И как это было? Сейчас все узнаем. В актовом зале детской библиотеки прошла церемония вручения паспортов взрослым и подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Торжественная церемония приурочена ко Дню защитника Отечества. Вначале присутствующие почтили память боевых солдат и офицеров минутой молчания. Помимо самих получателей паспортов, на торжественную церемонию пригласили их родных и близких, а также почетных гостей – ветерана Великой Отечественной войны Анну Филичеву и ветерана боевых действий в Афганистане Владимира Кузнецова. Получение паспорта – это очень важное и торжественное событие в жизни каждого молодого человека, так как в этот день он становится полноправным гражданином Российской Федерации. Вы, независимо ни от чего, должны гордиться Россией, любить ее своей любовью, крепить авторитет России.
своим учением сейчас и учебой сейчас и впоследствии своим трудом укреплять мощь России. Я вам просто скажу, в наше время было стихотворение. Как получишь паспорт, береги его. Он из нашего знамени, света одного. А под этим знаменем бой идут бойцы. За фашизм бьются братья и отцы. Будьте достойными гражданами нашей страны. Уважайте старших, хорошо учитесь. Уважайте ветеранов, любите своих родителей. И все у вас получится. Кроме документа удостоверения личности, ребятам вручили дипломы. Хотелось бы обратиться к юным жителям нашего города. Мы подготовили для вас дипломы будущего избирателя. Через 4 года вы станете полноправными избирателями. Надеемся видеть вас на своих избирательных участках. Право голоса на выборах появится у ребят по достижении совершеннолетия. По словам участников торжественной церемонии вручения паспортов, получить их, а тем более из рук ветеранов, является для них большой честью. Для меня получение паспорта это означает то, что я должен стать более ответственным. Очень рада, что он получил паспорт именно от ветерана Великой Отечественной войны. Их очень мало, это очень приятно. У нас тоже когда-то дедушка воевал. Всего было выдано 6 паспортов. Главный документ гражданина Российской Федерации получили 4 подростка и 2 взрослых. Ну а на этом у нас все. Увидимся с вами ровно через неделю в это же время. И мы, как всегда, поделимся с вами полезными советами и событиями, которые происходили в учебных и досуговых заведениях нашего города. Пока-пока!